Всем привет, мои дорогие! Ну что, сегодня мы с вами будем собираться вместе и, наконец-то, я подведу свои итоги по поводу косметики J.Lo, которую я тестировал уже, наверное, полторы недели. Ну что, собираемся, умываемся, поехали! Так, мы сегодня с вами, сейчас мы наденем такую повязочку. Ой, господи, ой, так, сейчас мы наденем. Ну что, вот повязочка на голове, боже мой, такая матрешка, не могу. Так, у нас сегодня с вами в обзоре. Это крем, гель, штучка для умывания. Затем у нас с вами сыворотка. Серум сыворотка. Потом у нас блокбастер крем. Ну и напоследок у нас с вами хайлайтер, чтоб сиять как Дженнифер Лопес, как настоящая голливудская дива. Ну что, поехали. Этот 50-миллилитровый крем, да. Его полноразмерный брат 150 миллилитров стоит, сейчас я проверю точно, боже мой, 2800 рублей он стоит. Дороговато, потому что аналогов и у люкса, и у бюджета просто безумное количество. У всей этой линейки есть специальный комплекс, это оливковый комплекс от J.Lo, где очень много оливковых экстрактов. Экстракт оливы. Короче, очень много масел. Просмотря зарубежных коллег, очень много возмущений по поводу оливковых масел. Вот. Ну что, поехали. Знаете, минус этого крема, сразу давайте начнем с минусов, то, что его надо хранить только в таком состоянии. Не переворачивать, не лежать. Иначе он просто берет, сейчас я покажу, он делает вот так. Ну, вот, видите, он просто течет. Я не нажимаю, вот. Он просто течет. Так, теперь я поднажму чуть-чуть. Он очаровательного, красивого, потрясающего, жемчужного цвета. Посмотрите, видите? Блеск, сияние. В принципе, обычный такой базовый кремик для умывания пахнет как бы... Там есть в составе какие-то парфюмы, но пахнет он стандартно, обычно, ничего в нем сверхъестественного нету. Как бы эта линейка предназначена для сухой, возрастной какой-то кожи, да, но для моей комбинированной кожи она абсолютно подошла, никаких раздражений не вызвала, и это уже плюс, товарищи, ставим галочки. Плюс того, что за определенную сумму мы получаем достаточно много продуктов. Заказывал я этот набор, простите, на американской Sephora, поэтому за приличные деньги мы получаем прекрасно доверху набитый флакончик. Ну что, давайте умываться. Вот, сейчас я умоюсь и обязательно к вам вернусь. Я снова с вами. Ну что, вытираемся, протираемся, дорогие мои. Как у вас дела, расскажите мне, напишите в комментариях. Какие у вас новинки косметики, какие ваши фавориты в новом 2021 году за март? Что купить, что попробовать, что протестировать, пишите в комментариях. Давайте с вами пообщаемся и отвечу на всякие ваши вопросы интересные. И посмотрю, чем вы пользуетесь, и, возможно, тоже протестирую. Так. Теперь у нас идет серум сыворотка. Вы посмотрите, это просто неимоверное произведение косметического искусства. Такая сыворотка стоит, чтобы вы понимали, в полноразмерном формате. Врать не буду, сколько там миллилитров, я не помню. Здесь 15 миллилитров. Стоит вот такая большая бутылочка 8800 рублей. Переводим, если по-русски. Переводим по-русски. Ну да. Ух, ну упаковка здесь уже
просто люксовое. И Дженнифер Лопес постоянно говорит, что это люкс, 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 еще раз люкс. И пишет она тоже, что это люкс, люкс, люкс. Но по банке видно, что это уже люкс, да? То есть такой двойной пластик, это как бы круто. Это круто. То есть пластика здесь, конечно, много. Там есть какой-то еще один комплекс их. Плюс еще там есть экстракт камелий. А я ее люблю. Камелию. Так. Так, вот мы с вами наносим. Она тоже такая перламутровая. Вот так мы ее наносим, да. Она, это Дженнифер Лопес, советует наносить сыворотку и прочие свои продукты в немедленном количестве, чтобы сиять в люксе, в роскоши и, в общем, чтобы вы были как она и чтобы вы чувствовали себя настоящей голливудской звездой. Боже. Так. В общем, эта сыворотка быстро впитывается, она делает кожу очень-очень такой упругенькой. Чуть-чуть она ее так подтягивает. Но для моей, опять же, повторюсь, комбинированной кожи это нормально. То есть я ничего такого сверхъестественного не чувствую. Поэтому мне нравится этот эффект такой, знаете, уплотненной кожи. Она сразу так хопа, и где надо, и где не надо, ничего не висит. Дальше у нас с вами идет после сыворотки это... крем, блокбастер, крем. Он как взбитое такое суфле. Он очень взбитый, вот такой густой. Давайте я сейчас попробую. Оп, оп, оп. То есть он такой как упругенький. Такой приятненький. Опять же, ну, ничем не пахнет. Не знаю. Ну, пахнет обычной косметикой. Знаете, вот что я могу сказать. Еще в этой линейке есть маски, которые для лифтинга лица. И еще там есть крем для глаз, если я не ошибаюсь. Да, вот. И, конечно же, еще разного цвета просто хайлайтеры. Так вот, этот крем очень мне понравился. Во-первых, он здесь 15 также миллилитров, и он очень экономично расходуется. Прям вообще круто. Не забивает поры. Не вызывает раздражения, красноты, прыщей и прочих каких-то фейерверков на моем личном лице. То есть меня все устраивает. Я его еще сохраню до как раз лета, чтобы посмотреть, как он будет летом. Но мне кажется, что для лета он будет прям тяжеловат для комбинированной кожи. А вот сейчас на наши ветра, по-моему, в самый-самый-самый раз. Дальше. Мне понравился именно этот эффект. Американские блогеры добавляют этот хайлайтер в этот крем. Вот это мне прям очень понравилось. Мы возьмем немножко еще кремика. Его действительно надо вот совсем немножко, на все лицо его хватает. Что делают американские блогеры? А, я забыл сказать, что этот крем... Тихо. Этот крем в полноразмерном формате стоит 4000 рублей. Вот. Поэтому вот. Еще он как-то хорошо работает с морщинами. Значит, этот хайлайтер можно наносить как отдельно, под макияж, на макияж и так далее. Опять же, все это есть у Дженнифер Лопес, можете посмотреть. Но американские блогеры добавляют этот хайлайтер в этот крем. Одну капельку, поскольку этот хайлайтер именно для меня очень темный. Если с ним переборщить, я буду как после солярия. Вот, я добавляю вот такую капельку на свое лицо, то есть меньше горошинки. Сразу скажу, что если вы захотите когда-нибудь купить данный хайлайтер и использовать его таким же способом, как использую его я, с другими кремами, не кремом Дженнифер Лопес, а абсолютно другими кремами, а будьте готовы, что просто этот хайлайтер скатается в ваших кремах, и все, и расслоится. Я так пробовал с обычным дешевым кремом от L'Oreal, обычный увлажняющий крем, я про него потом напишу. Я добавил туда этот хайлайтер, и на лице этот хайлайтер начал скатываться в комочки. Вот просто он начал скатываться вот так в комочки. Я потом сниму отдельный обзор, да, наверное, в Инстаграм или в ТикТок,
И как бы было не очень приятно. Когда я попробовал его добавить с кремом, смешать с кремом, по консистенции похоже на J.Lo, это крем Belinda, польского бренда, произошла такая же ситуация. То есть он начал реально вот отслаиваться от кожи. То есть я вот так провожу рукой, а у меня вот так скатываются вот эти золотые частички. То есть вот эта субстанция скатывается. Это было просто феноменально. И отдельно, когда он его наносить под крем, да, а вот смешивать с другими кремами, нет. С люксовыми типа филарги я не стал экспериментировать, просто потому что мне было жалко филаргу. Вот. Ну, не суть. Поэтому мы смешиваем это с J.Lo. Сегодня про нее. Вот. Ну, просто имейте в виду. Смотрите, значит, кожица у нас уже такая чуть-чуть сияющая, упругенькая. Мне, опять же, то есть, очень нравится эффект на коже от этого крема. На нее, вот сейчас она чуть-чуть, с ней походить минут там 15-20 и наносить сверху макияж. Консилер лежит просто персик, эй, тональник на тебе лежит просто прям как смачная такая вкусная чурчхелла. Ну не суть, так, что-то я есть хочу, да? Да. Поэтому прекрасно все ложится. Кого смущает жирность и вот это все сияние на лице, не переживайте, я вставлю сюда видео, как лежит макияж под пудрой и, в общем, все вот это. Поэтому не переживайте, у вас пойдет из кожи такое, знаете, внутреннее свечение. И все вот это не провоцирует выработку еще большего сала, короче. Ну, не суть. Так, еще я видел, как делают блогеры. Значит, чтобы как-то завершить эффект J.Lo и сияние, хотя мы так с вами уже сияем, как голливудские дивы, мы добавим еще чуть-чуть мы с вами добавим, видите, еще чуть-чуть мы добавим с вами немножко, видите, он темнее, там есть розовенький, вот, и думаю, что вот именно розовенький я потом куплю. Я еще люблю это делать вот так вот, да, чтобы все это лучше распределялось. И очень круто потом ложатся тональники с матирующим эффектом. Очень круто. Прям вы не чувствуете вот этой вот сухости. Очень круто будет ложиться тон от Estée Lauder. Вот прям на это вообще кайф. Я уже так делал, мне прям очень понравилось. Ну что? Вот так у нас выглядит кожа. Смотрите, такая ровненькая, гладенькая. Ну, прекрасно. Видите? Ну что? Что я могу сказать по этой косметике, если подводить итог? Протестировав ее полторы недели дома. Обычное средство. Абсолютно обычное... Господи, как его? Обычное средство. Обычный крем, гель для умывания. Ничего такого он не делает. Смывает хорошо гидрофильное масло, смывает хорошо утром какие-то жирные стойкие крема, ночные маски. Все это он смывает хорошо. Но 2800, я считаю, за полноразмерный платить это too much. Есть аналоги и в люксе, и в бюджете. Поэтому, но познакомиться, начать как бы чуть-чуть сэкономить, в принципе, можно. Чтобы просто он у вас красиво стоял вот так на полочке, да, и радовал вас и ваши глаза. Вот, и наполнял ваше утро атмосферу люксовостью. Вот, поэтому, ну, нормальный, но, ну, просто вот он обычный. Вот, я не куплю. Дальше. Сыворотка, серум и так далее. Да, упаковка классная, упаковку я реально сохраню, потому что это просто вау. Но тоже не куплю, во-первых, потому что 8800. 8800, дорогие мои. 8800 заплатите за J.Lo. Просто здравствуйте.
Я спокойно отношусь к сывороткам, к серумам и так далее. Я пользуюсь Estee Lauder, и мне, в принципе, хватает, большего мне и не нужно. Очень дорого, я считаю, прям безумно дорого, но как бы да. Ну, сияние дает, все. И немножко упругость кожи. Я считаю, что Estee Lauder делает то же самое. Дальше, крем. Крем мне понравился. Возможно, когда будет вот такой формат travel версии в американской Sephora, а я надеюсь, он будет, я его обязательно куплю. Действительно, купить такой крем за 4000 рублей, я считаю, это тоже too much. У нас есть за такие деньги и люксовые крема, опять же, и какие-то аптечные, и медицинские крема. Очень много таких марок, которые стоят столько же. И работают, я уверен, еще круче. Но 15 мл за там 2000 рублей я бы купил бы. Вот честно. На осень, зиму, на весну я считаю самый кайф. Оставлю его сейчас вот как раз весна-лето, посмотрю, как он будет себя вести. Но прям мне он понравился. Дальше это у нас с вами хайлайтер. Хайлайтер, как бы, да, мне он понравился. Мне понравился его эффект. Мне понравился, как он лежит на моей коже, как он дружит с косметикой. Мне он реально понравился. И вот эти, наверное, действительно два продукта, которые я готов купить в Америке, да, это вот JLO Blockbuster Cream, да, и вот такой вот хайлайтер. Я посмотрю его другой оттенок, там есть более такой розовенький. Все. А, и еще хочу сказать, что эта косметика сделана вся в Канаде. Вот, это прям круто, потому что я еще не встречал косметику, которая сделана в Канаде. Обычно американские бренды делают либо в Америке, либо в Европе. А JLO пошла дальше, в Канаду. Хотя не так далеко. Вот. Всего лишь перейти мост через Ниагарский водопад. И уже вы в Канаде. Вот. Так что вот эти два средства рекомендую. Проверено лично. Я их себе куплю. Но это я куплю в миниатюрке. Да, и это, надеюсь, тоже. Вот такой вот был обзор. Вот такое мое, надеюсь, понятное мнение. Да. В принципе, я говорю, те продукты, сыворотка и для умывания абсолютно обычные, ничего чудодейственного они не делают. А вот крем, да, вот вы видите, пожалуйста, эффект. И хайлайтер. Ну, наверное, хайлайтер, многие, кто пользуется часто хайлайтерами, тоже скажут, что хайлайтер, ну, обычный. Но для меня как бы круто, это, в принципе, мой первый хайлайтер, и я доволен, что он есть. Как бы я очень переживал, что, блин, там будет хайлайтер, блин, что мне с ним делать? Вообще кайф. Я кайфую от этих двух продуктов. Просто. Вот такой вот был обзор. Еще раз спасибо вам большое за просмотр. Вам хорошего дня, хорошей недели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всех, всем люблю, целую. Всех, всех люблю, целую. Всем пока-пока. Дорогие мои, вот так кожа выглядит со всем уходом от JLO. При дневном живом свете. Это то, что мы с вами нанесли умывалку сначала, потом сыворотку, потом смешали крем с хайлайтером и завершили уже уход, добавив еще одну капельку хайлайтера уже сверху. Вот так кожа сияет. Мне нравится. Вот, можно было не добавлять еще хайлайтера, но я решил его добавить. Так, что-то у меня все бантик съезжает, как-то все неправильно, да? Пусть будет вот так. Дорогие мои, ну что, вот так кожа выглядит в таком легком макияже под пудрой. Так, давайте мы пойдем с вами на свет. Вот так она выглядит. Сейчас мы с вами зайдем за шторочку. Вот. Вот так кожа выглядит с нашим уходом от JLO. В принципе, есть легкое свечение, чуть-чуть такое, да, из-под как бы. Как раз это действие хайлайтера и того самого крема. Плюс, естественно, моя кожа тоже дает натуральный такой свежий вкусный хайлайтер, да, натуральный. Угу. Вот, поэтому мне эффект нравится. Опять же повторюсь, что вот крем и жиденький хайлайтер от JLO – это мои фавориты из этого набора. Вот, дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч. Всем пока-пока!